Как жать файлы? Перейдите к azazip.com, затем нажмите «Жать видео», затем перейдите к сжатию файла. Чтобы уменьшить размер ниже определенного размера, введите желаемый размер файла в МБ или в процентах. Затем нажмите кнопку «Далее». Вы будете перенаправлены на правильную страницу сжатия файлов. Нажмите «Выбрать файл для сжатия», чтобы открыть средство выбора файлов. Или перетащите файл прямо в azazip. Нажмите «Сжать». Начнется процесс сжатия, который займет некоторое время. Нажмите на предварительный просмотр, чтобы увидеть сжатый файл в браузере. Нажмите «Сохранить файл», чтобы сохранить сжатый файл в выбранную вами папку назначения. Это так просто. Надеюсь, это поможет. Пожалуйста, нажмите на логотип и подпишитесь. Это очень много значит для нас.